А как тебе этот стадион? Насколько тяжело играть на натуральном газоне? Ведь вы тренируетесь на искусственном. Да, это очень тяжело. И в первой игре особенно это ощущалось. Но чуть-чуть привыкаем к этому полю. Поле не самого идеального качества, но хочется сказать, что намного лучше играть на таком, чем играть на луче. Все равно условия.